Всем привет! Сегодня будем собирать Y-куб. Y-куб это такой бандаж. На одной из граней у нас три вот таких вот блока 1-2. Вот они как бы в форме буквы Y расположены. Значит, есть три версии этого бандажа. Beginner это вот эта версия. Advanced и Expert. То есть начинающий, продвинутый и эксперт. Они отличаются тем, что добавляется вот сюда блок 1-2, это в Advanced, и в эксперте блок 1-3, вот так находится. То есть буква Y у нас вот так вот растет. Вот. И отличается немножко по сборке. Когда вы досмотрите этот ролик до конца, вы будете экспертом по сборке Y-куба. Соберем все три версии этого бандажа. Значит, сейчас собираем Beginner. Стратегия сборки такая. Держать на нижней грани вот эти два блока слева и сделать вот такой сдвиг вот этого блока влево. То есть провернуть среднюю грань. Вот. И как бы они, все три вот эти блока, будут находиться в таком вот Big кубе. У нас свобода вот этих двух граней. И мы так можем собрать куб. То есть для начала нам нужно будет запаковать вот этот биг блок. Давайте перемешиваем и по-быстрому его соберем. Как уже сказал, нам нужно вот эти вот два блока. Бело-синий-оранжевый, зелено-бело-оранжевый. Поставить так, чтобы они у нас уже правильно стояли. Вот я вот так подкрутил. Вот этот вот красный, это его неправильная позиция, поэтому его нужно вот тут вот открутить. Вот получается, вот сейчас они все три на месте. Вот. Значит, вот этот вот сдвиг пока что делать не нужно. Почему? Потому что нам нужно вот сюда поставить два ребра. Зелено-оранжевое и оранжево-синее. Вот. А уже сдвиг вот этого блока сделать потом. Вот. Если мы его сдвинем сразу, то сюда мы ребра никак не поставим. Вот. Ну, допустим, вот оранжево-зеленое, да? Как его поставить сюда? Значит, нужно вот так вот отодвинуть там, где у нас на нижней грани одиночный элемент, поставить над зеленым центром оранжевым. Вот. Вот так вот провернуть грань, подвернуть оранжевым к оранжевому центру, отвернуть обратно. И теперь мы, если вернем два слоя, то у нас ребро на своем месте. Значит, оранжево-синее ребро. Оказалось оно вот здесь вот. Значит, мы вот так вот опускаем два вот этих блока, выкидываем его наверх, выкинули, и аналогично тому, как мы поставили зелено-оранжевое ребро, поставим сине-оранжевое. Значит, нам нужно вот так вот отвернуть два слоя туда, где одиночный элемент нижней грани. Вот. Вот так вот подвернуть эту грань, подвернуть к оранжевому центру, оранжево-синее ребро, и подкрутить к синему центру. Теперь мы, если вот так вот открутили, то тут у нас все уже готово, и мы можем сделать вот этот вот сдвиг. Значит, мы запаковали вот этот биг блок, и теперь можем дальше продолжить собирать вот эти вот два слоя, их завершить. Но с учетом вот этого сдвига. То есть у нас вот здесь вот наверху будет желто-оранжевая и желтая полоса. Значит, красно-желтое ребро меня интересует, где оно. Вот оно. Я его подкручиваю к красному центру. И сюда надо ставить углы. Значит, белое, зелено-красный угол. Сразу его могу поставить. Вот
Тут неудачно стало ребро. Мы это исправим. Теперь поставим бело-красно-синий угол. Поставили. Ну вот, стандартной комбинацией можем объединить их блок и поставить по месту. Поставили. Значит, тут надо эту пару разбить, потому что она у нас неудачно сформировалась. Значит, вот я поставил угол. Вот, и опять же стандартной комбинацией ставлю этот блок на свое место. Значит, два слоя у нас собраны. Нужно получить крест на верхнем слое, то есть перевернуть ребра. Значит, ребра у нас желто-оранжевые. Вот, а углы все желтые. Значит, берем так вот этой вот свободной гранью к нам, да, где нету никаких блоков 1-2. Тут у нас палка. Вот. И делаем алгоритм креста. Вот, получили крест. Теперь посмотрим, как у нас расположены углы. Значит, этот угол на своем месте, этот на своем и этот на своем. Ну, так получилось, что все углы уже на своих местах. Давайте я сейчас какие-то два угла поменяю и потом покажу, как это исправлять. Значит, смотрите, я специально перевернул два угла. Вот у нас два угла на своих местах, а вот эти два угла красно-сине-желтый и зелено-красно-желтый нужно обменять. Значит, подойдет формула Т-перм, вот, но выполнять ее нужно так. Значит, взять куб, опять же, вот этой свободной гранью к нам. Вот, вот эти два угла, которые нужно обменять, вот так вот отвернули. И выполняем алгоритм. Возвращаем углы. Все, углы все на своих местах. Теперь нужно вот эти два угла, даже получается у нас три угла, развернуть желтым наверх. Делаю рыбку. Рыбку сделал. Подворачиваю углы на свои места. Можем сделать обмен вот этих вот ребер. Вот так вот берем опять же вот этой свободной гранью к нам. Вот это ребро, которое правильно стоит, отворачиваем от нас. И вот этой формулой треугольник ребер. Вот так вот собрали куб. Убираем вот эти два одиночных элементика и меняем на вот этот вот блочок. Итак, мы получили Advanced версию Y-куба. Вот Y уже перерос на эту грань. Стратегия сборки такая же, как и в Beginner. Отличается только реализацией. Значит, нам нужен вот этот вот сдвиг. Запаковать Big Block, то есть поставить вот эти два ребра на эти места. Ну а дальше собираем как Beginner. Но так как здесь добавился вот этот вот блок, запаковать теперь Big Block, как в Beginner версии, у нас не получится. Ну, сейчас посмотрите. Смотрите, значит, первым делом нам нужно развернуть вот эти вот два блока параллельно вот этому блоку. Вот, ну, как это можно сделать? Допустим, вот так вот, да, поставил. Вот, теперь они все смотрят в одну сторону. И вот если сделать вот такой сдвиг, то мы получили наш Y. Теперь вот это ребро, то, что оно здесь оказалось, это вообще не важно, потому что нам нужен сдвиг и сделать вот здесь вот биг блок. Поэтому это ребро
на него не обращаем внимания, что оно на месте. Нам нужно поставить зелено-оранжевое и оранжево-синее ребра. Чтобы поставить вот это ребро сюда, синее-оранжевое вот сюда, нам нужно его сначала поменять с красно-желтым, вот, потом уже отсюда вот сюда поставим. Ну, потому что здесь вот так вот блоки перевязаны, что отсюда сюда оно никак не становится. Нам надо опустить вот так вот эти два блока вот вниз. Вот. Красно-желтая стала вот сюда. И мы ставим синее-оранжевое вот сюда, настроечным шагом. Вот оно где оказалось. Поставили. Теперь делаем обмен. Поменяли. Теперь поднимаем вот эти вот блоки, которые мы опустили. И вот уже вот это синее-оранжевое стоит так, что мы можем, в принципе, его вот сюда засунуть. Вот. Значит, ставим его для обмена с этим ребром вот сюда, настроечным шагом. Поставили, вот оно здесь оказалось, обмениваем. Поменяли. Значит, вот первое ребро в этом нашем биг-блоке. То есть, если вот этот сдвиг, да, вот этот биг-блок, первое ребро мы поставили на место. Как видите, это было уже сложнее, чем в beginner версии. Вот опять же та же история, смотрите, с оранжево-зеленым ребром. Я хочу вот это оранжево-зеленое ребро поменять с красно-зеленым, то есть вот это ребро поставить на вот это место, а потом с него я уже буду ставить сюда. То есть вот я опускаю вот эти блоки, и красно-зеленое ребро оказывается вот здесь. Теперь я ставлю оранжево-зеленое сюда и потом поменяю два ребра. То есть выполняю настроечный шаг для обмена. Вот оранжево-зеленое здесь. Теперь обмениваю. Поменял. Теперь эти блоки поднимаю. Вот, поднял. И, как видим, вот это ребро зелено-оранжевое оказалось там, где мне было нужно. Вот. Теперь я его ставлю вот сюда. Делаю настроечный шаг. Вот, поставил его сюда. И теперь меняю вот эти два ребра. Поменял. Ну и смотрите, что мы получили. Мы получили собранный вот этот биг-блок. Дальше все как в beginner версии. Ставим углы. Ставлю вот этот бело-красно-зеленый угол. Поставил. Вот, объединяю угол ребро в блок. Объединил. И ставлю на свое место. То же самое с этими сине-красно-белыми. Вот. Два слоя собрали. Смотрим, что у нас наверху с ребрами. Значит, у нас пока что тут ничего нет. Делаю алгоритм креста. Вот у нас птичка. И теперь крест. Смотрю, как стали углы. С углами все в порядке, но могло быть не в порядке. Тогда taper mutation. Исправляем углы. Сейчас, значит, рыбкой поднимаем все углы желтым наверх. И тут у нас собран.
убираем вот эти две накладки и меняем на бар 1.3. Тем самым получили эксперт версию Y-куба. Стратегия сборки в принципе та же. Нам нужен вот этот сдвиг. Затем мы ставим вот эти два ребра. Получаем запакованный биг-блок. Но вот эта вот грань у нас уже заблокирована. И, значит, ставим сначала углы и потом ставим отдельно ребра. Давайте перемешиваем. Нам нужно, как и в других версиях, подвернуть вот эти вот блоки так, чтобы мы их уже поставили на место. Вот, то есть вот наш Y. Делаем вот такой сдвиг, да. Сюда нужно поставить оранжево-синее и зелено-оранжевое ребро. Значит, вот зелено-оранжевое подкрутил к своему центру. И могу, значит, обменять вот эти два ребра. Сначала настроечным шагом поставить его сюда, а потом сделать обмен. Выполняем настроечный шаг. Вот оно здесь оказалось. Обмениваем эти два ребра. Ребро на месте. Отмену настроечного шага можно и не делать. Вот мы уже его поставили туда, куда нужно. Теперь синее оранжевое ребро. Аналогично. Можем его, значит, поставить сюда настроечным шагом и потом обменять. Вот оно тут. Делаем обмен. Поменяли. Значит, вот у нас наш биг блок. Но здесь заблокированная грань, поэтому сначала поставим углы. Вот поставил вот этот вот угол. Теперь поставлю бело-сине-красный. Вот, поставил. Значит, нужно сине-красное ребро сюда поставить. Значит, вот тут вот мы можем, опять же, поставить ребра противоположно друг другу и обменять вот эти два ребра. Но вот этот вот блок нам мешает. То есть, если я сделаю настроечный шаг, начну делать, чтобы его поставить сюда, вот смотрите. И все, эту грань не проверну. Вот, поэтому перехватываю куб вот так. Вот. И делаю первую подстройку. Вот так вот ставлю вот это ребро, которое мне нужно поставить сюда. Вот. Теперь вот это ребро поставлю вот сюда, а потом их поменяю. Значит, делаю второй настроечный шаг. Вот. Вот эти два ребра так вот встали. Теперь можно сделать обмен. Вот, отменяю настройку и откручиваю назад. Значит, все, вот это ребро сине-красное у нас оказалось на своем месте. Теперь нам нужно поставить аналогично зелено-красное ребро сюда. Опять же, если отсюда пытаться его вот сейчас перекинуть вот сюда, да, то нам помешает вот этот блок. Вот. Значит, перехватываю куб. Перехватил. И ставлю вот это
Перехватил, значит, да. Теперь мне нужно его уже сюда поставить. Теперь делаю вот такую подстройку. И теперь вот это ребро делаю так, чтобы оно оказалось здесь. Делаю настроечный шаг. Вот. Вот оно тут. Делаю обмен. Поменял. Отменяю настройку. И откручиваю обратно. Значит, вот мы запаковали наш биг-блок. И вот эти вот уже два слоя собраны. Смотрим, что у нас наверху. Вот эти два угла у нас, да, на месте. А вот эти два угла нужно поменять. Поэтому вот так вот и берем. Вот чтобы вот этот вот блок был вот так вот. Шел, значит, от нас. Вот, и мы будем использовать формулу, которая проворачивает верхний слой, правый и левый, и обменивает вот эти два угла. Значит, формула на экране. Выполняем ее. И вот два угла уже на месте. Смотрим, что у нас наверху с ребрами. Откручу. Вот и посмотрю. У нас получается вот эти два ребра нужно обменять. И вот эти два ребра нужно обменять. Значит, откручу обратно. Можем сделать, что вот эти сразу два ребра меняем, ну и вот эти перекрутятся. Потом подкрутим, поменяем вот эти ребра и эти восстановим. Поменяли. Теперь ставим вот так вот эти два ребра, меняем их и меняются вот эти ребра. Откручу обратно. И эксперт Y-куб у нас собран. Если понравилось это видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал, поделитесь с друзьями. Всем спасибо за внимание.